Там мой лес. А телефон отсвечивает, трудно снимать. Интересно. Я так хотела туда попасть, в этот лес. И у меня не везет, не получается. Подмерзла, подморозила. Ну вот такая вот дорога. Машины здесь проезжали. Но Маугли не хочет ни в какую. Тот раз мы здесь чуть не застряли. Ну не чуть, мы выехали, конечно, но с трудом. Вон там такая грязь. Там вообще даже не пройти, не то что там проехать. И вот если в эту канаву, в траву снесет машину, то потом не выберешься. Трактора здесь нигде нету. Фиг найдешь трактора. Трактор не найти. Вот такая вот каша. Ну здесь проехать просто. Эту лужу мы спокойно проезжаем. Вот. А там дальше еще травяная дорога, и она в ямках. Поэтому я думаю, лучше мы сегодня суваться не будем из-за этой горсточки саркосцев и желтых дрожжалок, которые здесь есть. Эх, ну что ж, подождем лучших времен. Все, конец куплета. В лесу, в шикарном, прекрасном лесу. Но ветер сильный, хоть бы деревья на нас не попадали. Я иду к реке. К речке иду, потому что там хочу проверить травку и саркосцифу. А мох зеленый, так красиво. Потом еще сниму красивые места. Ну, возле речки некрасиво, там травы нет. Я хотел крапивки, но и крапивы тоже нет. Ой, какая красота. Все на дороге ветки, бревна, был сильный ветер. Сейчас мы уберем, значит, столик наш свободен. Никто сюда не ехал. Сегодня воскресенье, но никого не было. Речка. Очень симпатичная речка. Крапивка еле-еле проклюнулась только. И сныть. А здесь вот рутовик. Я снимаю на телефон, приблизить не могу. Вот такая красота. По краешку ледок еще немножко виден. Потому что вчера был снежок. Выпадал. И он растаял. Но холодно. Даже руки мерзнут. Никакой сныти, никакой крапивы, только чуть-чуть проклюнулось. Ищу чесночник, траву какую-то такую, которую показала мне вчера. Ну, не мне, она всем показала. Ирина. Грибы и растения своими словами. Вот такая красота у нас здесь. Но пусто. Саркосцев здесь сейчас нет. Я тебя нашла, чудо природы. Вот какая ты милая саркосцифа, но одна здесь она. Все равно я тебя заберу. Я в такую даль приехала, набрала чуть-чуть крапивки, немножко. И сныти, совсем немножко, она тоже только что проклюнулась. Но вот эта саркосцифа мне очень нравится. И я ее буду забирать обязательно. Перед тем, как тебя забрать, я тебя сниму, но солнце отсвечивает. Ой, как красивенько. Умница ты моя. Но она вся такая алая. Красивая. Не буду листья раскапывать. Кто попался, тот попался. Вот, раз ты попался, я тебя возьму. Случайно из-под листиков выглянула. Красненькая. Красненький цветочек такой. Супер. Ну, снимаю на телефон, конечно. Куда бежать дальше? Вот красивенькая чашечка такая. Эльфовые чашечки. Красиво. Ну все. Все, мы уезжаем. Мы уехали отсюда. Место хорошее, но нам пора. Место классное. Все на этом. Всем пока-пока.